приемник, который устанавливался в те годы, производство 73-го года, и к нему есть магнитофонная приставка. Блаупункт Мюнстер, которыми комплектовался именно Volkswagen Zug. Дорогие друзья, проводим оценку, экспертную оценку автомобилей в рамках Зеркового ралли. Только что была проведена экспертная оценка Волга ГАЗ-21. Ручка переключения передач в виде поршня со значками. Вот она, пожалуйста. И сейчас мы вся конструкция машины приступили к оценке Volkswagen Zug. Восстанавливал в течение 5 лет, практически своими руками отдавал в окончательную покраску и отдавал перешивать салон. Все сделано своими руками. Закончена реставрация где-то в 2004 году. С тех пор вот он сохранился.